Когда и задавай еще! Мы заканчивали школу. Да ну нахуй! Времена были абсолютно другие. Как раз тогда Украина и Россия делили территории. И нечего было съесть и выпить. Но как бы голодными мы не были, а вот ощущение того, что не хватает бухла, было очень серьезным. И на свой выпускной вечер мы пошли с друзьями купить пивка в ларек. Вы, наверное, такого еще не видели никогда, точнее, уже не видели. Когда продаются с такой бочки огромное пиво, именно ларек такой, ларек-бочка. Вот. И выстраивались очереди по 100 метров в эти ларьки. Мы взяли по 3-литровой банке, нас было трое. Подумали, 3 литра пива на рыло нормально будет, выпускной. Вот. И отстояли очередь где-то часа 2,5. И вот даем эти 3 банки. И тетя такая в белом, я помню, кокошнике. Она наливает нам одну из них и говорит, пиво кончилось, бегите. И мы поняли, что сейчас нас будут бить, как бы те 100 человек, которые стоят за нами, сразу говорят, а что это малолетка приводит, блядь? Ну, короче, в общем, мы убежали, все-таки мы были лучше, чем синяки, которые стояли сзади. Когда мы пришли домой, мой друг Леша сказал, слушайте, ну, 3 литра пива на троих несерьезно, как бы, а все-таки день такой выпускной, надо чем-то, ну, как бы, чем-то догнаться. И говорит, у моего папы есть колод, называется, вот сейчас даже помню, Спартак, вот такой бутылку. И давай его туда выльем, и будет нормально. Мы его вылили, пиво стало белым, как молоко, вот как сейчас помню, такая, и запах у него стал еще отвратительнее, чем был. Вот, но мы его все равно выпили, и даже нам было хорошо, и никто не плевал. И когда я пришел домой, мне мама спросила, ну, а тебя парфюмом пахнет, наверное, с девушкой целовался. Я говорю, да. Вот, но она не поняла, что парфюм мужской. И эти времена мы вспоминаем с абсолютной добротой и нежностью, потому что это было наше детство и юность, и молодость какая-то. И в то время пили не только одеколон «Спартак», пили огуречный лосьон и розовую воду. И она, наверное, на тот момент приносила нам счастье настоящее.